В больницу доставили жителя поселка с телесными повреждениями. Потерпевший был в гостях у знакомого и вместе с ним выпивал. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. Хозяин квартиры ударил гостя несколько раз в плечо, а потом похитил у него золотые украшения на сумму свыше 20 тысяч рублей, после чего скрылся. Скорую потерпевшему вызвали жильцы дома. Стражи порядка задержали ранее судимого 29-летнего мужчину на одной из улиц поселка. В содеянном задержанный признался, свой поступок он объяснил сильным алкогольным опьянением. Следователями межмуниципального отдела МВД России Дорогобужский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 2 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу. За совершение грабежа с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.